Рекомендую канал, где вы можете увидеть стримы по World of Tanks, хайлайты, летсплеи, новинок. На канале каждый день выходят познавательные стримы или увлекательное видео. У зрителей популярны рубрики повышения скилла и рубрика, где нагибают подписчики. Не пропусти новые выпуски, подпишись на игровой канал Варчика. Ссылка в описании. Спеши выиграть из 6 за 600 рублей. И играй быстрее, скидка действует до полуночи. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси, и вы смотрите передачу «Приколы и баги». Вам мешает играть какой-то бешеный олень, тогда можно поступить вот таким вот образом, перевернуть его на бок и еще к тому же прятаться за ним. Я это называю взять заложника, выглядит это весьма забавно и самое главное, что это вполне эффективно. Пока олень лежит на боку, вы можете использовать его как щит и спасете, наверное, свою жизнь и сможете нанести больше урона. Вот так вот нужно использовать бешеных оленей в свою пользу. Посмотрите, как респанулась арта Т-92 в режиме превосходства. Она просто стоит на другом танке, на 3-4. Замечательно, в общем-то, у нас в игре балансится арта в превосходстве. Можешь упасть на какой-нибудь танк и снять ему хп в начале боя. Посмотрите, ФВ-304 видит противника и прыгает на него. И в красивейшем полете уничтожает неприятеля. Ну и потом скатывается в воду. Еще один момент в превосходстве баг, на этот раз еще более забавный. Маус вот в таком вот положении респанулся, лежит он на борте, не может никак, в общем-то, обратно повернуться, там встать на две гусы. Союзники пытаются ему помочь, толкают его, но такую громадину, конечно, обратно перевернуть не получается. Даже И7 попытался, но... В общем-то, и у него не получилось. Супер баланс в превосходстве. В следующем моменте ПЗ-1С сталкивается со своим союзником. И посмотрите, как начинает союзник кататься на задних гуслях. Мне это напоминает, знаете, как собаки делают так. Ну, кто знает, тот понял, о чем я. Выглядит это весьма забавно. Чаффи сталкивается с противником, с Хеллкэтом, но, в общем-то, и сам после этого переворачивается на борт. Так что, если кого-то тараните, то делайте это осторожно. ИСУ-152 в начале боя переворачивается на бок и не может, конечно, обратно перевернуться. И вот так вот она стоит почти весь бой, но самое забавное, что она еще умудряется в таком вот положении стрелять по врагам. Может быть, ей даже так и удобнее. Все равно бы она простояла на этой позиции весь бой, а тут хотя бы какое-то разнообразие, новый режим, так сказать, можно стрелять, находясь на боку, и это вполне интересно, наверное. Посмотрите, даже вот в таком вот положении ИСУ-152 наносит как минимум 1500 урона. Ну, нормально, кто-то там ездит, катается, ИСУшка стоит на борту и еще наносит кучу урона. Перевернуться на крышу сейчас нефиг делать. Стоит только неаккуратно врезаться в какого-нибудь светляка, и ты уже будешь валяться на крыше. Начнется отчет, и через некоторое время твой танк бедный будет уничтожен. Ну, если, конечно, тебя не успеют перевернуть, но в данном случае не смогли союзники обратно перевернуть на две гусли своего бачата, и его уничтожает арта. Посмотрите, как подскакивает ФВ-304, просто сальтуху такую заднюю делает. Красиво получилось. Прямо акробатическая какая-то арта. Маус решает спрыгнуть с горочки, это, конечно, рискованно для такой машины, и в итоге Маус падает на борт, но потом быстро переворачивается на крышу и обратно на две гусли. При этом сделан это так неуверенно, медленно, и это выглядит действительно забавно.
Е25 прямо в колесо какое-то превращается, переворачивается тут, делает вот такой вот гимнастический трюк какой-то колесо. Вражеский бачат вылетает и переворачивается в итоге на крышу. И не может перевернуться обратно. В итоге 54-ка на халяву разбирает бачата. Вот повезло. Но нужно действительно аккуратно сейчас скакать, прыгать, а то можно вот так вот закончить. Игрок на гигантском тяжелом японском танке тип 4 Heavy заезжает на маленький танчик уничтоженный. Он, наверное, думал, что он его в лепешку раздает, но нет. Вместо этого тип 4 Heavy переворачивается на борт и начинает у него время идти. При этом еще он засвечивается и по нему начинают стрелять вражеские танки. Союзники пытаются ему помочь, но все тщетно. Сзади мешает этот уничтоженный маленький танк. Бульдог нашел вот такой вот дом, который висит в воздухе. Разработчики, видимо, немножечко поленились, типа подумали, что сюда никто не заедет, но в итоге уже все давным-давно тут катаются и заезжают под этот домик. Лично я считаю, что это некрасиво сделано, то есть даже если, в общем-то, сюда особо никто не попадет, то все равно нужно было доделать так, чтобы дом был нормально сделан. Е25 начинает вытворять вот такие вот трюки на ровном месте, можно сказать, но это потасало любит так и сидеться. Королевский тигр способен вот так вот быстро ехать вправо, вбок, если он это делает на горочке. Ну, видимо, игрок зажимает вправо и в тормоз, и в итоге у него так получается. Ну, выглядит, кстати, необычно. На игрока, на толстопарде, нападает ВЗ-шка 131, при этом она это делает весьма оригинально. Вот такой вот китайский спецназ, переворачиваясь, уничтожает толстопарда. Т-67 случайно сталкивается со своим союзником. В итоге это потасал встает на гусли задние и вот так вот начинает стоять. Союзник долго наблюдал, не понимал, что вообще происходит, потом решил помочь своему союзнику. И, в общем-то, происходит все тот же баг, который я показывал вам в начале. Т-67 начинает вот так вот странно ездить на задних гуслях. Ну да, супер реалистичная физика, прямо дух захватывает. Су-85 умудрилась встать вот так вот гуслями к стенке. Непонятно, как это у нее вышло, но выглядит это со стороны весьма забавно. Еще было бы смешнее, если бы она поехала вперед в таком вот положении. Но нет, она двинуться даже не может. И один из игроков, ну, уже вражеской команды для Су-85, заметил в конце боя эту сушку. Решил он ее не добивать, а сделал с ней селфи. Теперь с новой физикой вы можете делать селфи с противником. Весьма, в общем-то, прикольно получилось. И далее Арл уничтожает уже сушку. Ну, не стоит ее долго в таком вот положении до конца боя держать. Хотя можно было сделать с ней все что угодно. Елка как-то умудрилась забраться под землю и катается там спокойно. Торчит лишь у нее только орудие и кусочек башни. Противники в недоумении. Как же так? Елка спокойно катается под землей. Приезжает АТ-7, стреляет по елке, но урона не наносит, конечно, через землю. Хотя потом все-таки через некоторое время противники додумались стрелять фугасами, и елку они все-таки уничтожили. На этом все, друзья. Не забывайте присылать свои реплеи с приколами и багами по ссылке в описании в соответствующую тему в моей группе ВКонтакте. Ссылка на тему есть в описании. Желаю вам удачи, друзья. Не забывайте ставить лайки. До скорых встреч. Пока.